Привет всем! Я собрался делать ремонт в квартире, которую недавно приобрел. И планирую вести видеодневник. И сейчас в этом видео хотел бы показать, в каком виде на данный момент находится квартира. Вот такая входная дверь. Вот такой звонок висит здесь. Двойная металлическая. В общем, менять буду. Потолки такие, краска осыпается. Двери недавно поменяли, внутренние, межкомнатные. Здесь перегородка, которую можно убрать, то есть по плану ее здесь не было. Здесь тоже доски. Сейчас в комнате начал разбирать, они воняют, и, наверное, эту перегородку тоже снесу. Вот такая кухня. Здесь жили пенсионеры. И как бы ремонтом они не заморачивались. Такие полы. Полы я хочу демонтировать и сделать стяжку. Это зал. Балкон. Балкон, наверное, тоже приглашу специалистов, они, думаю, тут переделают его. И вот вторая комната, которая когда-то давно ее перекрыли. И перекрыли. Сейчас покажу, каким способом. То есть одна комната светлая, с окном. А вторая комната темная. Ни окна, ни света. И здесь фанер, кладовка была, кладовку я сейчас разобрал. Все воняет. И перегородка была сделана вот в таком виде. Из досок, брусков. Вылетает. Смотрите. Так, невооруженным глазом не видно, что здесь куча пыли. А на камеру смотрите, сколько пыли. Прям снега по целой. Ну, в общем, запах чувствуется. Хотели, может, там дверь сделать. Как бы оставить эту перегородку, но обои начал снимать такие плиты. Это, видимо, от них такая пыль, что-то крутится. Гипсокартон, по-моему, какой-то. Очень древний. И вот на деревянной панели он был приклеен. Пока окончательного проекта дизайна я еще не придумал. Но, скорее всего, под натяжным потолком, я не знаю, еще не решил. Полы демонтироваться будет стяжка. И думаю, может быть, паркет положить. Кстати, да, ванну не показал. Ванна такая страшная. Вентилятор, который там от вытяжка, которая от сквозняков постоянно шумит. А если включить ее в электросеть, то она на всю квартиру зажжет. Как промышленный цех вентилируют. С этими трубами тоже надо что-то делать, наверное, гипсокартоновый закрою. Унитаз их поменять, ванну тоже думаю поменять. Непонятно, куда стиральная машина поставить. Может, сюда под мойку. Кухня небольшая. Поставишь холодильник, стол и все. Как бы не развернуться, скорее всего, здесь будет. С этим рукомойником тоже надо что-то делать.
В общем, вот такая квартира в начальном этапе, на начальном этапе. И посмотрим, какой из нее ремонт будет. Это перегородка с другой стороны, со светлой комнаты. Фу. Запах чем-то старым таким пыль. Ну, в общем, как по мне, так ее вообще никак нельзя оставлять. Продолжаю свой видеодневник по ремонту этой квартиры. Сейчас в комнате отодрал обои и увидел, то есть обнаружился вот такой вот участок. Здесь вот этой стены не было, вот этого коридора. Это все как бы зал относился. Сделали вот такую перегородку, такую же, как спальня из дерева, но там не обшили гипсоволокном, плитами, а заштукатурили. Вместо дранки проволоку натянули и, по-моему, гипсовая штукатурка замазали здесь. Вот такие раньше делали перегородки. Конечно, эта штукатурка вот осыпается, она поднялась. Все это. Но в планах не такое разделение коридора как бы устраивает. Но думаю это снести, эту стенку, и из гипсокартона сделать перегородку такую же. Сейчас разбираю диван. Это мусор от перегородки в комнате. Сейчас вынес матрас этого дивана. Вообще там уже ткань разлагается. Кошмар, как люди держали такую, не знаю, рассадник микробов, вообще непонятно. А в схемах квартиры есть вот, показана вот эта перегородка. Ходил вчера в БТИ, с БТИ меня направили в администрацию города Балаково, в архитектурный отдел. Сказал, что им нужны документы с БТИ, то есть план, технический документ этой квартиры. И проект, Димано, проект, который я хочу сделать как бы, ну, без перегородки, и им нести. БТИ сегодня ездил, там уже люди разошлись. И мне непонятно вообще, как бы, ну, не совсем понятно, если хочешь переделать квартиру, то есть придется побегать и еще, скорее всего, каких-то денег заплатить за все это. А в администрации мне четко сказали по поводу полов. В планах я хотел демонтировать старые полы и сделать стяжку, потом на стяжку или линолеум, или ламинат. Но сказали, что если ты сделаешь стяжку, это дома рассчитаны на определенную нагрузку в этом доме, типа это вот как уложены деревянные полы, значит эта нагрузка рассчитана на плиты, и стяжка это будет самого простого. Если пожалуются соседи, что здесь делается ремонт, придет проверка инспекции и как бы оштрафуют за самоуправство и заставит демонтировать то, что я, ну, новые полы, и уложить старые, ну, как бы сделать деревянные. Я думаю, что я все равно буду демонтировать эти полы, потому что запахи мне здесь не нравятся, скорее всего, от них тоже воняет, старые доски. Ну, пока вот думаю, надо разобраться, какие полы положить, или фальш-полы, или также гипсоволокно, не гипсоволокно, может эти цементные плиты, не знаю. Ну или новые доски, новый деревянный пол буду укладывать. Надо с этим вопросом разобраться. Не нравится, что ходишь, скрипит это все. Ну и, конечно, все это воняет. Ну, в общем, вот такая информация на данный момент. Шел второй день ремонта. Вот такого.
не очень сильного, не напряженного, скажем так.